Thank you.
прошу прощения, но любой шотландец... А, Коннор, сядьте. Как вы, Джейкоб? Скучаю по пивным садам, а так хорошо. Как вы приехали в колонии? Как и большинство других, с армией. Я тогда был наемником. Хорошая работенка была. Но когда я прибыл, то решил попробовать что-то новое. И вскоре встретил вас. Кажется, решение было разумным, верно? Определенно. Как все уладится, хочу позвать сюда свою семью. Но пока идет война, я не собираюсь ими рисковать. Надеюсь, скоро все уляжется. Я не спешу. Я вспоминаю их, а они меня. Я получил из дома письмо. Что пишут? Мой сын самый сильный в нашей деревне. Высокий и гордый. Я скучаю, и мое терпение иссякает. Хочу видеть их здесь. Я выслал им денег на проезд, и черт с ней, с войной. Мы сумеем их уберечь, когда они приедут. Не сомневаюсь. Меня больше тревожит сама дорога. Много миль по суше до порта во Франции. Потом найти капитана, который безопасно довезет их до колонии. Ну и само плавание пережить. Большой риск. Ваш сын сбережет их. Вы сами сказали, что он сильный. Мой сын? Ха! Каким бы сильным он ни вырос, а моя жена все равно сильнее. Вильгельмина может за себя постоять, иначе б я не уехал. Я больше боюсь капризов судьбы. Штормов, пиратов. Такое не предугадаешь. Но я уверен, сунься к ним пираты. Вильгельмина и ваш сын заставят их об этом пожалеть. Да. Да, это точно. Жажда мучает. Разве плохо пропустить стаканчик, когда есть время? Конечно, нет, Джейми. Может, присоединитесь? Не сейчас, в другой раз. У вас, верно, множество куда более важных дел. Я понимаю. Но вы не волнуйтесь, я пить умею. Если понадоблюсь, я буду здесь. Эй, Коннор. Расслабляетесь? С нашей последней встречи все слегка вышло из-под контроля. Но мы держим прежний курс. Хорошо. Откуда вы? Здешний. Родился тут, но я беспородный, если вы об этом. В родне даже кто-то с Дальнего Востока затесался. Ну, так отец говорил, где бы этот мерзавец ни был. А ваша мать что? На юге. Я ее лет 5 не видел. Она с плантации. Смотрит за рабами. Рабы. Вот почему я сбежал. Меня тошнит от рабства. Ни один человек не должен владеть другим. Она не соглашалась. Вот я и ушел. Строю свою жизнь тут. Я ассасин. Моя семья теперь здесь. Thank you.
Если бы не это, она бы сгорела. Ахиллес будет доволен. Я принес тебе твою картину. Помочь повесить ее? Может быть, позже. Что это, старик? Просто старая картина. Это я уже понял. Почему не открываешь? Там то, что мне очень дорого. То, на что я не в силах даже взглянуть. Когда-нибудь я наберусь мужества и посмотрю снова. Но не сейчас. Пока вы боролись с этим безумием, я выясняла, кто за всем этим стоит. Его тактика мне знакома. Вот как? Ну, не знаю, кто он. Но он не из патриотов, не из англичан. Он укрепил лагерь у главного здешнего источника воды. Все отнятое, зерно, мясо, свозят туда. А потом продают по безумным ценам. Как туда проникнуть? Я знаю местных, которые готовы драться. Успокойтесь, мы с ума сошли.
Великий трус! Дьявол! Он убегает! Уберите, а то его отберут. Он спятил! Нет, он идеалист, жертва опасной, но привлекательной лжи. Вот оно как. А вы, собственно, кто он? Тот, кто стремится лишить власти таких, как он. Пусть так. Я видела, на что вы способны. Если понадобится лишний клинок, я с вами. Сыграем в Адама и Еву, да на всю ночку. Как дела, Конор? Хорошо. А у вас? Приятно быть частью чего-то важного. Раньше я просто слонялась вокруг и злилась при виде несправедливости. Изредка вмешивалась, иногда приходила сюда. Теперь я чувствую, что мои силы тратятся на нечто стоящее. Я весьма ценю вашу помощь. Как же вы стали... вами? Забавный вопрос, но я поняла. Я была сиротой. Их много в портах. Моряки и шлюхи, сами понимаете. Хотела жить сама по себе. Зарабатывала, чем придется. Тогда-то и решила притворяться мальчиком. Сначала все шло неплохо, но потом природа взяла свое, и шутки кончились. Приятели еще звали меня Добби, но старикашки начали лапать. Тогда я и стала жесткой. Много раз получала, прежде чем научилась защищаться. Но теперь ко мне мало кто из мужчин суется. Быстро смекают, что почем. Привет, Добби. Конор, хорошо выглядите? Бывало и лучше. Вы вообще спите? Не знаю, как вы держитесь. Стараюсь об этом не думать. Вы сильнее всех, кого я встречала. Как же это вы до сих пор не нашли жену? Я не могу уделять женщине столько времени, сколько следует. Надеюсь, когда все это кончится, я смогу завести семью. Если учесть, сколько подлецов и блудников становятся отцами, вы были бы даром небес. Но так всегда... Хорошие мужчины слишком заняты, а дряни больше нечего делать. Если решите, что время пришло, я первая в очереди. Обещаю.